Ukraynada Rusiyalı əsir ailəsi ilə danışdırılıb. Danışıqlar zamanı əsir bildirib ki, Rusiya ordusunu birbaşa ölümə göndərir. Ölənlər çoxdur. Rusiya cəsədləri geri götürmür. Əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı ictimaiyyətə müraciət etmək lazımdır. Heç yerdə ölülərin çox olduğunu, cəsədlərin götürülmədiyini deməyin. Bu çox təhlükəli ola bilər deyə o qeyd edib. Вообще всех убили. Такие дела. Ну я пока живой, потому что судят. Как бы есть вариант меня обменять, как военнопленного. Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Ну, ты как бы знаешь, там РСО написать, до головы сходи. Может быть, через них получится поменять мне. Домой вернуть. А так вот такая вот херня. Можно просто хрипите на миг? Можно так? Подожди, еще раз скажи. Возвращайся домой. Я тоже вас люблю. Ты сходи к голове и в союз потери напиши. Потому что эти суки даже двухсотых не забирают мертвых. Они, блядь, раненых убивают сами. Да будут ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто, блядь, всех убили. Всех. Они даже не забирают трупы. Они хоть... Все, они что, блядь, вообще сказали-то нахуй, суки? Вообще же никому, по-любому даже похоронка не пришла. Неделя, блядь, прошла. Такая вот херня. Ты только там тоже сильно не кричи, что всех убили, там, что трупы не забирают, а то там ФСБшники тебя за шкирку прихватят. Просто скажи, чтобы пленных поменяли хотя бы. Потому что если ты начнешь сильно бучу поднимать, на тебя наедут ФСБшники. Ну, как бы не бьют, не мучают, кормят. Люблю вас. Мы подслужили.